канун 8 марта у Ксении Бородиной проблем больше, чем у обычной девушки. Помимо женского дня, звезда отмечает еще и день рождения. Сейчас, когда вовсю идет ремонт новой квартиры, история с подарками обстоит так. Или три сумки, или комод. Ладно, комод побеждает. Или ванна дорогая, или, блин, вот я там не знаю, машина. Но все-таки на празднике Ксения с мужем летят в Милан и явно не за комодом. В режиме жесткой экономии Ксюша все же хочет побаловать себя. Чуть-чуть пошопиться перед днем рождения, чуть-чуть повыбирать подарочки перед днем рождения. В общем, какие-то такие приятности. Оказалось, что главный подарок муж Курбан уже купил. А Ксюша, не будь дурочкой, нашла его дома и теперь выжидает момент, когда любимый торжественно его преподнесет.